Сегодня мы приготовим 3 супа. Начинаем бесить. Начинаем. К чертовой матери этот суп готовить. Приятного аппетита. Нет, можно его просто не добавить. Ты что, не слышишь? А, вот сейчас слышу, да. Давай заново. Давай. Суп данью. Честно сказать, из всех трех это... Пишите замечания. Все. Пух. Друзья, жидкая пища в нашем рационе очень важна. Но учитывая наш с вами ритм жизни, нам часто приходится злоупотреблять так называемой сухомяткой. Часто перекусываем по пути куда-то, в то же время понимая, что это вредно. Но даже когда мы находим время, хоть немного, но находим, для того, чтобы приготовить чего-нибудь такого жидкого и вкусного, лично мне на ум приходит несколько супчиков. Это борщ, куриная лапша, шурпа, ну и что-нибудь с макаронами. Согласен? С фантазией так себе. Но если обратиться к тому же, к нашему родненькому интернету, рецептов миллион. Сегодня в продолжении рубрики «Трех блюд» мы с вами познакомимся с тремя супчиками из европейской кухни. С вами Голодный Ким. Не забывайте о лайках, подписке и пишите комментарии. И думаю, уже пора начинать. Пожалуйста. Всем привет! Друзья, начало декабря. Пора задуматься, что мы будем дарить своим родным, близким, коллегам, друзьям, соседям. У меня есть решение этой задачи с максимальной экономией своего времени. Подарки lab.us. Это оформленные боксы с приятным наполнением в ценовом диапазоне от 150 до 1,5 миллиона сумм. В каких случаях лаборатория подарков вам будет полезно. Первое. Разом порадовать всех своих коллег, как принято говорить сегодня, в один клик. Второе. Порадовать своих родных и близких, проживающих в городе Ташкент, находясь в любой точке мира. Третье. Ну или просто поздравить близкого вам человека. Лаборатория подарков – это экономия времени, доступный прайс и качественная продукция в боксах. И да, ребят, по традиции в Инстаграме мы разыгрываем 3 подарочных бокса. Все, абсолютно все ссылки в описании. Прикинь, не надо никуда ездить, упаковывать. Все сделают, все доставят. Я хочу вас познакомить, это Алишер. С Алишером мы знакомы миллиард лет. Да, ну, примерно с 2010 года, когда я еще работал поваром в ресторане «Дар». К сожалению, этого ресторана больше нет, но всем нашим бывшим коллегам большой привет, кто смотрит. Потом Алишер мигрировал в Россию, он жил в Калининграде. Сколько лет? 10 почти. 10 лет. И вот буквально недавно он вернулся в солнечный. Прекрасный Ташкент. Да. И сейчас он работает шеф-поваром в ресторане Клод Мане. У нас сегодня тема 3 супчика, да? Сегодня мы приготовим 3 супа. Значит, один суп буябес французский из моих продуктов. Второй суп у нас будет французский суп из каре ягненка с булгуром, соусом демиглас. И третий суп мы сделаем классический овощной суп минестроне. На овощном бульоне с сыром пармезан. Классический итальянский суп. На самом деле, ты очень много таких слов сейчас произнес, которые мне не знакомы. Там, демиглас, мини-соня, вот все эти слова. Как я понимаю, это все-таки ресторанные супчики. Да, да, конечно. Но да, дома, безусловно, это можно приготовить, потому что тот же соус демиглас, он... Демиглас или демиглас? Демиглас, да. Демиглас, он продается в готовом виде. Да, он продается в готовом виде. Ну, в ресторанах я его как бы готовлю на костях. То есть он 3 дня варится. Кости, корнеплоды, все обжаренное. Добавляешь, далее красное вино выпариваешь. Но дома все это как бы тяжело сделать. И демиглас вы можете как бы купить готовый, развести его с водой. Добавить немного... в сухом виде подается? Да, да, да. Добавить немного сливок 36%. Слушай, слушай, я хочу тебя остановить. Давай все по порядку. А то здесь такая каша в голове не только у меня, я думаю, у вас тоже. По порядку. Первый суп, я там уже видел морепродукты, это будет суп с морепродуктами, как он называется? Да, суп с морепродуктами, классический суп, он называется буябес. Буябес. Это французский суп. Это французский суп. То есть можно сказать так, мы начинаем буябесить. Да. Да? Все. Первый супчик буябес, французский, с морепродуктами. Поехали. Значит, для супа буябес нам понадобится рыбный бульон. Я его заранее сварил. Он варится, значит, вот из этих морепродуктов, то есть из костей судака, из костей семги. И я еще добавляю
панцирь от креветки. Он дает вкус такой, как сказать, ярко выраженный морской. Вот, бульон у нас готов. Я его процедил через вафельное полотенце. По овощам, значит, у нас идет болгарский перец, лук репчатый красный, лук порей, чеснок, немножко перца дунганского, отварная морковь, которая варилась в этом бульоне, томаты в собственном соку, сыр пармезан, грана падана, соус песто и тимьян свежий. Сыр дорблю и соус демиглас. То есть в супе присутствует два сыра. Один сыр посыпается при подаче, а этот сыр добавляется в процессе готовки. На каком масле это все обжаривается? На оливковом масле. Масло оливковое. Да, я упустил, еще у нас мини-осьминожки присутствуют в супе. И немножко для пикантности табаско. С чего начинаем? Начинаем с подготовки овощей. Лук порей. Болгарский перец. Лук репчатый красный. Далее чесночок. Чеснок мы режем кубиком, не трем на терке. Если вы на терке потрете, он у вас просто сгорит, превратится в кашу. А нам нужно, чтобы он был присутствовал в блюде так меленько. Ну, морковку можно порезать буквально вот кубиком. Добавляем оливковое масло. Сковородочку немножко прогреем, но не сильно. Добавляем лук порей, лук репчатый красный. Болгарский перчик, морепродукты, судак, семга, креветки. Осьминожку мы порежем, мидии. То есть получается буквально обжарить это все? Да, слегка, да. Далее добавляем чесночок. Далее добавляем томаты в собственном соку. Режем их вот так кубиком. Дунганский перец, он имеет не ярко выраженную остроту, а такую слабую. Так, буквально чуть-чуть. Соус демиглас. Соус песто, сыр пармезан, приправим солью и перцем черным молотым, добавляем цветки тимьяна и добавляем наш бульон рыбный. И морковку отварную, так как она уже готовая, мы добавляем в конце. 2 минуты. Наш бойабес готов. В принципе, суп-то готовится всего лишь 2-3 минуты. Да, да. Ну, да. Когда все готово. Конечно, да, когда все готово. А так 2 часа, да? Ну, пока все пока на базар сходишь. Да, пока купишь все. Добавляем сыр дорблю, ну и в качестве, как сказать, придания вкуса, пикантности, остроты, вы можете добавить табаско, буквально одну каплю. Но можно и без табаско. Конечно, да. Но я обожаю табаско. Бойабес готов, приятного аппетита. Алиш пробует уже, прям с половником. Ну да, я пробую, как получился. Вкусно? Еще бы он сказал, что так себе. Вообще, по сути, этот суп готовится буквально 2-3 минуты, но когда у тебя есть заготовки. В принципе, по заготовкам здесь тоже не особо. Овощи все это свежее. Единственное, соус песто надо будет и соус демигляс купить готово. Песто, кстати, да, тоже да, готово продается. Да. А если вот из морепродуктов что-то одно использовать? Это... Ну, это будет просто суп, просто будет уха будет. Если я что-то одно использую. Здесь должны присутствовать минимум 5 ингредиентов. Самое главное, готовить с душой, и все будет нормально, все будет вкусно. Можно просто воду использовать, самое главное, с душой, да? Здесь многие скажут, Алиш, да к
чертовой матери этот суп готовить дома. Пойду лучше в ресторан и закажу. Да, но на самом деле это праздничный суп. Давайте, так. Это не на каждый день понятно. Я думаю, вы это тоже уже поняли. Это праздничный суп. Допустим, вот сейчас скоро уже Новый год. В предновогодний вечер, когда пришли к вам родственники, и вы решили порадовать не только запеченной уткой, скажем. Че, будем дегустировать? Точнее, буду. Сказать откровенно, я обожаю супчики с морепродуктами. Прям люблю. И в целом морепродукты я тоже люблю. Правда, они, сволочи, дорогие такие у нас в Узбекистане. Пробуем буйабес. В первую очередь надо бульончик заценить, безусловно. Вкусно. Но, Алиш, мне не хватает соли. Немножечко подсолим. Креветочка. Вот креветки мне не всегда нравятся в супе. Ну, вареные. Мне больше нравятся жареные креветки. Но я не в том сейчас положении, чтобы капризничать. Поэтому креветка номер два. К этому супчику очень сильно не хватает риса. Я уже говорил, что этот суп, он больше такой ресторанный, и запарно его приготовить дома, на самом деле. Но в плане готовки он не запарный, это все быстро делается, а в плане ингредиентов – да. Но если все-таки вы решили этот суп приготовить дома, полноценный рецепт, состав, все в нашем телеграм-канале. Поэтому вот он, телеграм-канал, welcome. А мы переходим к следующему супчику. У меня вопрос. Да. А что, если рыбный бульон заменить куриным? Можно. А говяжий? Нет. Куриный можно? Да. Куриный, рыба перебьет куриный вкус. Можно заменить куриным. Все, отлично. Суп номер два. Какой это будет? Второй суп мы сделаем минестроне. Это овощной? Это овощной суп, да. На овощном бульоне. Там присутствуют овощи, сыр, пармезан. А давай мы перейдем к готовке, где ты обычным, мне понятным языком будешь рассказывать, как что делать. Давай. Погнали в суп минестрони. Что нам для этого нужно будет? Ты говори, а я буду показывать. Цедра апельсина, баклажан, кабачок. Кабачок, цукини можно? Цукини, да. Цукини сейчас нет, пришлось кабачка купить. А чем отличается цукини от кабачка? Цукини более плотный, и он почти без семечек. Ага. А так, в принципе, семейство одно и то же. Да, а кабачок, он зеленый ведь? Да. Лук? Порей. Лук, порей, помидоры. Черри. Чеснок, не буду показывать. Здесь вот так. Шампиньон для вкуса один. Брокколи. Брокколи. Да, брокколи, морковь свежая. И розовый томат, розовый именно. Да, и лук репчатый. И лук репчатый красный. Также паприка. Паприка. Или можно просто болгарский. Болгарский. Алиш совсем соглашается. Ну ладно, можно. По соусам у нас в этот раз овощной бульон. Да, овощной бульон. Как приготовить овощной бульон? Овощной бульон, значит, делается из корнеплодов, таких как морковка, картошка, лук репчатый, болгарский перец. Все это варится в течение часа на слабом огне, чтобы получить такой овощной насыщенный. Вкус. Насыщенный, да. Также нам песто понадобится, сыр пармезан, да, и орегано. И орегано, да. Орегано, да, я да. увидел. Все, начнем нарезку? Да. Все кубиком? Да. Мистер Да всегда говорит да. У нас горелка. Так, брокколи обжарили немножечко, буквально секунд чуть-чуть. 20. Морковь добавили. Далее грибы. Пиньончики. В принципе, пауза небольшая, все подряд добавляем. Да, потом лук репчатый красный. Сколько все это дело нам нужно обжаривать? Надо постоянно помешивать, чтобы не сгорело, соответственно. До полуготовности, то есть овощи должны быть альдента, как любят итальянцы говорить. То есть они, ну, в кашу не должны раскиснуть. Баклажан. Посолим. Поперчим. Дальше у нас кабачок. Также кубиком. Да. Потом берем наш помидор. Розовый, сочный. Болгарский перчик. Праздник для вегетарианцев. Добавляем
соус песто. Чесночок в самом конце. Немножечко табаско. Орегано. И наливаем наш бульон овощной. Свежий сельдерей. Это сыр пармезан Грана Падано. Мы загустим им суп. Итальянцы добавляют, мешают пармезан с сухарями, с панировочными, чтобы придать вязкость супу. Но мне не нравится вкус хлеба. Добавим цитрусовую нотку, цедра апельсина. Минестроне готов. Приятного аппетита. Размешать надо, наверное? Да. Обалденный суп. И знаете, в принципе, у меня такое детство было, что мясо есть, мяса нет. Я с детства привык вообще многое есть без мяса. Не то чтобы я вегетарианец ни разу. Ну, вот такое было детство. А скажи, вот мы пармезан использовали и в супчике с морепродуктами, и вот в овощном супчике. Дальше мы тоже пармезан будем? Нет, нет, нет. А чем можно заменить пармезан? Любым другим сыром? Или... Нет, можно его просто не добавить. Его никак нельзя заменить. Хорошо. Слышишь? Что там? Ты что, не слышишь? Нет. Доставку привезли. Доставку? Ты что, не слышишь? А, вот сейчас слышу, да. Здравствуйте. Ого. Здравствуйте. Неожиданно даже так как-то. Мы рады приветствовать вас и приглашаем вас на грандиозное открытие, первое в Узбекистане. Гости из Казахстана, гипермаркет «Магнум» открывает свои двери для всех жителей Узбекистана. 11 декабря ровно в 10:00 состоится грандиозное открытие. Там будут конкурсы, розыгрыши, музыка, призы. В общем, все в лучших праздничных традициях. И очень приятно, Магнум, большое вам спасибо за такое приглашение. Ну-ка. Дорогой Влад, гостеприимство – главная черта восточной культуры. И приглашать гостей необходимо с уважением и почтением. Примите этот подарок как символ изобилия, секрет которого давно нам известен. Вы знаете с удовольствием. Спасибо вам большое за приглашение, за уважение традиции, за щедрость, за открытость. Уверен, подружимся и увидимся на открытии 11 декабря в 10:00, я помню. Магнум, добро пожаловать в Узбекистан. И Узбекистан, добро пожаловать в Магнум. Третий супчик, мы локацию поменяем. Сейчас мы пройдем на кухню, потому что у нас суп какой будет? У нас будет суп с каре ягнятины. Каре ягнятины обжаривается на углях. Вот, ну и там дальше все покажу. К третьему супчику Алишер научился, не рассказывает здесь, что будет, дальше все покажем. А как он называется? Суп из ягнятины с булгуром, по-французски сейчас вот затрудняюсь ответить, в процессе готовки вспомню, скажу. Давай тогда его сейчас прям назовем как-нибудь там, не знаю, жатаем. Сразу, а если это не баранина, вот есть противники, кому не нравится запах баранины, можно говядину? Конечно, конечно, можно говядину, конечно, все. Конечно. Корейку мы начали жарить на углях. Предварительно корейку ты что сделал с ней? Предварительно я ее замариновал. Замариновал я ее в сухом белом вине с добавлением розмарина, чеснока, паприки, сладкой паприки, острой, все. Соли. Давай сразу проясним. В домашних условиях, если пусть это будет ребро говядины, условно. Да, пусть это будет говядина, вырезка, любая часть мягкая нужна. Но у нас нет мангала. Да. Что да. делать в домашних условиях? В домашних условиях можно просто мясо обжарить на сковородке и довести до готовности в духовке. Изи? Да, изи. Знаешь, как переводится изи? Конечно, легко. You know what I'm saying? Что нам нужно будет? Я вижу болгарский, черри, лук-порей. Это... Стебель сельдерея, морковка, это булгур. Булгур – это крупа, это пшеница, обработанная паром, очень полезная. А ты ее варил уже? Я ее варил, да, она должна быть отварной уже. Ага, далее. Наш соус демиглас французский, который 3 дня.
и специя барбарис, томаты в собственном соку и бульон бараний на бараньих костях с добавлением свежего сельдерея. В общем, бульон может быть просто быть мясной, говяжий. Может быть, да, бульон обычный, может. Все. Здесь тебе нужно погромче говорить, а то вытяжка работает. А мы сейчас ее отключим. О, давай да. Заново. Давай. Переходим к готовке. Сейчас, секунду, руки помою. Здесь мы используем растительное масло. Обжариваем морковку. По старой схеме. Овощи обжариваем сразу. И вот это вот тоже все сразу обжариваем. Добавляем томаты в собственном соку. А можно не использовать томаты в собственном соку, просто томаты? Можно использовать розовые помидоры, потереть на терке. Черри всегда, мне кажется, что это, ну, особо на вкус они не сильно влияют. Ну, черри почему? В Ташкенте, как я уже ранее говорил, в Ташкенте все овощи и фрукты очень все вкусные. Не, я к тому, что можно и без черри. Можно и без черри, ты да. Сейчас что добавил? Барбарис. А, добавил приправу, да. Барбарис. Его немножко нужно раскрыть. Угу. Отварной булгур. Соус демиглас. И бульон бараний. Сколько мы варили суп? Ну, так как у нас готовый бульон, буквально минут 7, чтобы овощи немножко схватились. За счет того, что у нас готовая основа, все готовится быстро. Бульон бараний нужно варить 2 часа, это минимум. Добавляем соль, чуть-чуть перца. Суп готов. Пока я его готовил, я вспомнил, как он называется. Он называется суп данью. Еще раз? Данью. Не понял. Данью. Как? Данью. Да, что? Данью. Мой самый любимый момент. Честно сказать, из всех трех это самый вкусный оказался. Ну, для меня. Все-таки мясной бульон, он намного насыщеннее рыбного и овощного. Ну, конечно. Поэтому ну, конечно. И суп, естественно. Друзья, спасибо большое вам за просмотр. Алишер, тебе спасибо за то, что ты показал эти три супчика. Я, если честно, сомневаюсь, что многие эти супчики будут готовить дома. Ну, овощной легко, окей. Да. Овощной легко, а вот все остальные с морепродуктами, с бараньей корейкой. Все-таки, если ты баранью корейку на углях не обжаришь, да, чуть-чуть не конечно, то будет. Вкус будет другой. Да, чуть не то будет. Самое главное, чтобы желание было готовить. А я в начале ролика просто говорил, там, если у вас немного времени есть, легко приготовить суп. Какой? Суп готовить 2 часа. Ну, можно сделать заранее, вот, как бы заморозить бульоны, а какое-то мероприятие, то есть у вас уже готовые бульоны замороженные. Кстати, хороший лайфхак, да. Конечно, сделать да, бульоны да. И в пакетах заморозить. Да, да. А потом порционно даже можно заморозить. Да, по 300 грамм, ну, по миске замораживать. Один ряд выложили и бумажное полотенце, чтобы они друг другу не пролипали. Заморозили в морозилке. Какое-то мероприятие, у вас уже готово все. То есть, все. А где еще замораживать можно? Ну, в шоковой заморозке, но дома в шоковой заморозке, я думаю, мало у кого есть. Не, в морозильник. Все рецепты, кому интересно, они будут в телеграм-канале. Вот телеграм-канал прямо сейчас вы видите на своих экранах. Ну и не забывайте писать комментарии. Спасибо. Какие-то замечания. Обязательно. Пишите замечания. И не забываем про конкурс, который проходит в Инстаграме. С вами был Голодный Ким, Алишер.